Всем привет, с вами Татьяна Ким, и сегодня будем делать вторую часть в мюзикле. Приложение такое есть. Там, да. А я сейчас иду, скажу. И потом завтра, да, завтра будет. Я, короче, сниму влог, как я иду на тренировки. Играем в волейбол. Идеально просто. А потом, после этого, я вам покажу, как научиться собирать кубики, когда показал. Если у меня она отвалилась, когда я хотела много скрутить, с кубиком собирала. Я вам потом покажу, как его показать, как его собирать вообще. Вообще его легко собирать, если честно. Если так посудить, то его легко собирать. Сейчас. Вот, захожу. Да, она садка стоит на зарядке. Да уж. И, короче, здесь меня плохо слышно, я не могу громче говорить. Вот. Я не могу громче говорить. Я так приболела немного. Завтра будет влог. Это я знаю точно. Кстати, подписывайтесь на меня в мюзикле. Как его? На меня там подписывайтесь. Я оставлю под видео в описании. Как я там подписана. Ссылку на ВК мой. Подписывайтесь на меня в мюзикле, в ВК, в Ютубе обязательно. Ставьте лайки везде. Мы погнали. Сейчас вот такая песня будет сейчас. Сейчас покажу. Не та. Вот. Не та. Сейчас вот. Короче, вот. Сегодня, кстати, все в черном. Вчерашний фон. Кому не нравится, напишите в комментариях, я его сменю на другой фон. На другой. Сейчас я вам покажу, как я буду снимать. Вот первая песня. Поехали. Я вам покажу, что получилось. Блэк, Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. Блэк, Бакарди, танцы в моей кровати. Вторая песня, и сейчас посмотрим, что за песня будет. Короче, я этот клип уже выложила, а сейчас вы посмотрите. Вы посмотрели уже. Сейчас поищем еще одну песню. Мы посмотрим. Что найду, покажу. Короче, сейчас выберем вот так вот песню. Если не могу найти, короче, нормальную песню. Вот. Русский рэп. Смотрите. Вот это. Включайся. Молодость. Пошла стоять. Давайте заново на другую песню. Потому что мне это что-то не нравится. Что же было? Что было? Она нажалась? Она нажалась! Что за песня? Опять такое. Ясно? Что попробуем? Блин, я забыла перевернуть камеру. Сейчас развернем камеру. Это было просто пресс. Что за песня? Вообще не понимаю. Короче, получилось как-то так. Смотрите. Так хоть что-то им надеть, мы обращались к Богу, и он выцепил меня, выцепив моих родных. И сейчас она сосет, думает, что будет долг. Эй, малая, ты прости меня за всю вот эту грязь. Вырос среди этого тюрьма. Кто виноват, что не сказал немного раньше? Было бы интересно. Короче, я выбрала песню вот. Я
Короче, поехали. Короче, смотрите, этот ролик получился очень длинный. Ну, сам. Я листаю телефончик, все кроме меня не очень. Нам не о чем болтать, если ты меня не хочешь. Я мега звезда. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.